В Бишкеке на сегодняшнее утро свободно 540 койко-мест для больных с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев. Напомним, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров. На 10 утра свободные места есть в Национальном хирургическом центре 24 места, Республиканская клиническая инфекционная больница 40 мест, Клинический родильный дом номер 2 – 23 места, Городская клиническая больница номер 1 – 34 места, Чуйская областная объединенная больница – 1 место, Национальный госпиталь – 42 места, Национальный центр онкологии и гематологии – 38 мест, Национальный госпиталь – урологический корпус – 8 мест, Национальный госпиталь – мобильный госпиталь – 10 мест, Республиканский центр наркологии – 35 мест, Военный госпиталь – 17 мест, Институт курортологии и восстановительного лечения – 143 места, Национальный госпиталь нейрокорпус – 30 мест, Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова – 64 места, Национальный центр охраны материнства и детства – 9 мест, Центр фтизиатрии КГМА – 19 мест.